Всем привет, всем здравствуйте. А мы опять закупались. Сегодня у нас суббота. Мы с утра уже сгоняли в магазинчик, потому что на овощах и фруктах далеко не уедешь, как оказалось. Все закончилось. Холодильник у нас поет романсы. Пустой, потому что. И я хочу быстренько, ну, так показать, что купили. По скидке было вот такое наивкуснейшее мороженое. У него обычная цена 3 с чем-то, но была хорошая скидка 40%, ура 95. Взяли две коробочки с разными. То есть вот здесь просто шоколад белое и с орешками, а здесь полностью вся коробочка с орешками. Взяли макарон с полакомиться на выходные. 12 штук в упаковке. Ну такая прям легкая. Ну, стоит 2,99. Это все, наверное, что мы купили из сладкого. Буду мороженое убирать в холодильник, растает. Дальше. Закупались мы в Лидле, я, наверное, сразу не сказала. Хочу показать, появилась какая-то новая фирма. Кульянка, как-то так. Я, если читаю на немецкий лад, да. И там очень огромный выбор всевозможных вещей, именно продуктов, да. Вот на различную тематику, но в основном на русскую. Как подкопченная ветчина. Ага, вот это делает Польша. Стоит на обратной стороне. Ну, взяли для пробы. Вот такую ветчину, стоила 89 центов в упаковке 100 грамм. Затем взяли Шинкен Айсбайн. То есть это вот такая, как это правильно, ну Айсбайн и Айсбайн, да? Рулька, вот как это называется, вспомнила. Вот такая она уже подзапеченная. Ее в духовочке разогреть. Взяли одну, ну, для пробы просто. Мы как-то не очень любим магазинное, да, но... Иногда хочется чего-то такое быстрое и магазинное. И стоило полкилограмма 2,99. Очень громкая штучка. Убираем в сторону. Я вам показала, что было внутри. Дальше. От них же взяли попробовать сгущенку. Конечно, с русской сгущенным молоком ничего не сравнится. Здесь 9% жирности. По-моему, на 89% стоила такая сгущенка. Из колбасок еще взяли сосиски венские 2,69 по 250 грамм, полкилограмма, 2,69 получается. И вот такой бокс был, новинка тоже. Я еще такого не видела в Лидле, ну вот решила взять. Мецкербокс, это то есть, ну вот, Мецкерай, это как мясная лавка, да? Стоило 3,49. Я, наверное, отключусь, открою, потому что буду долго мучиться. Открыла. Стоило 3,49. Вместе, ну, вот с такой пластмассовой дозочкой. Ее можно пользовать. И внутри три вида колбаски. Просто вот такая, ну, типа наподобие как молочная, да, она вот такая колбаска. Ветчина. Тоже, и каждая из них по 150 грамм. И салями. Тоже 150 грамм. Ну, я считаю, что, в принципе, недорого все вместе, потому что... Ну, вот так. В принципе, вот от этой марки у них хорошие колбасные изделия. Ну и вот еще вот такая пластмассовая дозочка будет в хозяйстве. Стоило 3,59. Дальше. Творог. Мы такой уже покупали в Кауфланде. Очень понравился. Вкусный. В Лидле, не помню, сколько стоил в Кауфланде, но в Лидле ойра 19. Взяли 3. Затем вот такой йогурт.
с бифидобактериями. Стоит 99 центов, 4 стаканчика по 150 грамм. Вкус персика и маракуйи. И еще, девочки, если не покупали, не пробовали, советую. Вот такой сыр продается в Лидле, кашкавал. Он очень похож на сулугуни и на всевозможные вот такие кавказские сыры и турецкие сыры. 750 грамм. Вот такая вот большая штучка, кирпичик. И стоит это 3,99. Ну, очень вкусно. Он и не соленый такой вот, ну, не знаю, нам понравилось. Мне его посоветовала моя двоюродная сестренка, когда мы были в гостях в Бойтенбурге. Попробовали, понравилось и стали покупать. Так что советую. Я думаю, что не оставит равнодушным. И тем более, действительно, в турецком магазине вот такой где-то кусочек приблизительно стоит этих же денег. Да, здесь 750 грамм и вкусно. Дальше Альметте была по скидочке. Нормальная цена ойра 39, тут она 99 центов стоит. Взяла с кройтером, дочь любит на хлеб. Опять же, вот такой фришка из-за классический. Без всяких написано, что он генотехник. Ну, то есть без всяких ГМО, да, добавок. Тоже стоит 99 центов. Затем кефир 59 центов стоит. Молоко вот это вот ойра 29, по-моему. А это, по-моему, 69 центов стоит. Ну, вот это... муж любит просто пить. А на этом молочке можно варить каши, что я и делаю, тесто и все остальное. Так, я в эту сторону хорошо. Булочки. Вот такие айвайфрот. Зернышки. Вот 59 центов стоит одна такая булочка. Мы с дочерью такие булочки любим. Брецели мои любимые. 59 центов они в Лидле стоят. Ой, нет. Вот эти стоят 59, вот эти стоят 29 центов. И вот такие розенбродки. Они тоже такие серенькие, внутри хрустящая корочка. Тоже 29 центов. Дальше яйца ойра 29. Скидочка была на бананы, по-моему, по 89 центов были. Взяли немножко больше килограмма. Брокколи, прям вот, знаете, такая молодая, свеженькая, зеленая-зеленая, ну, обязательно надо взять, даже заморожу, и то будет, буду пользоваться. По-моему, полкилограмма стоила ойра 29. Шпицколь, она была по весу, тут что-то 800 грамм, по-моему, да, получилось, ойра 59 за килограмм цена, ну, не вышло столько. Айсберг салат тоже ойра с чем-то был. Потом вот муж захотел, купил таких два ананаса. Они были по ойра 69. Любители мы тоже, да, ананасы покушать. Дочь взяли черри томаты. Они были тоже по скидочке, по-моему, ойра с чем-то. Девочки была в шоке. Огурцы лежат страшнее страшного. Ойра 15 стоит один огурец. Это ужас. Уже скоро огурцы будут стоить дороже, чем мясо. Поэтому огурцы мы не купили. У нас еще пару штучек осталось с турецкого базара. Дальше вот такие штучки даются покупку в Лидле для деток. Не знаю, что внутри. Нужно будет племяшкам отдать. Ну и на другом столе у меня еще немножко салфетки. Кухонные полотенца. Ойра 49. Вот 51 штучка в рулоне и 4 рулона. Картошка 2 килограмма, ойра 49. Водички взяли. То есть вот это поменьше. Это дочь в школу любит такую носить. Ей удобно с открывающей крышкой. А это папе в машину. Потому что тоже что вот пробочка открывается щелчком. Ну это обыкновенная вода пить. Гемюза цвибель 99 центов, по-моему, влюбили. Ой, сколько накрошилось, надо будет мыть. И лакомство для кошек. 2,25, по-моему, упаковка стоит. Взяла одну в желе, другую в соусе.
Ну вот, в принципе, и все. Мы сдали бутылки еще, у нас были пустые, фант, да, что-то 6 евро, по-моему, было. И в итоге вся наша покупка нам обошлась 70 евро с копеечками. Ну вот, я вам все показала, рассказала. Желаю всем всего доброго, будьте здоровы, пока-пока!